Рубрика «Чего дома сидеть?». Я нахожусь в городе Кронштадте, на улице Восстания, бывший Северный бульвар. В 1834 году здесь был построен комплекс казарм для гарнизона Кронштадта. Мы все знаем, Кронштадт – это форты, это батареи, бастионы, причальные стенки для кораблей. Но были и казармы, где проживали матросы. Вот. Матросы – народ, ну, скажем так, не очень дисциплинированный. Да и во всех родах войск, в гарнизонах имелись тюрьма по-граждански, а по-военному – самая Волквахта. Вот. Ну вот я сейчас приехал сюда, чтобы на эту Гауптвахту попасть. Ну, говорят, что она вроде заброшена. Как-то так. Итак, друзья, не без труда я добрался до Гауптвахты и нахожусь, где находятся одиночные камеры. Здесь содержались особо недисциплинированные солдаты и матросы. Вот в одиночках обычно таких держали. Я вам скажу,
Жутковато. Не, там, где я служил, у нас тоже такого было, но тут масштабы побольше, гарнизон-то большой был, чем у меня. Хотя, вот, еле нашел, стрёмно, пипец. Вот, не рекомендую сюда лазить поодиночке. И сидите дома, вот, путешествуйте, познавайте мир, вот, и нового неба.